Всем привет, с вами Ник, и сегодня слушаем GNL, Климакс, Бас. Дека сделана из ясеня, цельноклиновый гриф, 22 лада, колки GNL, бридж GNL, низкие высокие волюм и два свитча. Один это актив-пассив, а этот нагнетает высокие частоты. И один хамбакер производства GNL. Он напоминает Music Man Stingray. Даже вот этот пигвард сделан в виде капельки, напоминает нам как раз о Music Man. Очень универсальный бас, подойдет практически во все стили. Очень хорошо прорезает, во-первых, микс, и вы с помощью него добьетесь практически любого звучания. Если же вы ищете себе универсальный инструмент, то я вам советую зайти на сайт jack.tomsk.ru и купить этот бас. Спасибо, что посмотрели. Хочу поздравить вас с наступившим 2015 годом. Впереди нас ждет еще очень много интересностей, поэтому не забываем подписываться ко мне на канал на YouTube, в сообщество ВКонтакте, туда тоже до кучи. С вами был Ник. Пока! We'll be right back.